Сегодня депутат Госдумы России Леонид Черкесов встретился с руководителями ТОСов столичных микрорайонов Новоюжный и Рябинка. Речь шла о благоустройстве родника в Ботаническом саду. Леонид Черкесов решил не обсуждать в кабинете этот вопрос и выехал вместе с ТОСовцами на место. Перед посещением Ботанического сада делегация жителей и депутат проехали по уже благоустроенным источникам, которые были отремонтированы в прошлые годы. Первой точкой стал родник на площади Речников. На его благоустройство ушло около 230 тысяч рублей. Основным партнером стала Русгидро. Это же предприятие взяло на себя оплату работ и по благоустройству источника на улице Хивежской. Работы проводились под контролем Леонида Черкесова. В городе живут мои избиратели. Я никогда с ними связь не терял. Это в первую очередь наши ТОСы, ТОСовцы, это старшие многоквартирных домов, ну и наши горожане, которые обращаются с проблемами и по возможности стараемся эти проблемы решать. Всего в городе Чебоксары официально действуют 10 источников, и с каждым годом их становится все больше. Только в Ботаническом саду их уже 3, но жители близлежащих домов облюбовали самый крупный. Кстати, недавно были взяты пробы, и выводы экспертов однозначны. Это чистая вода, без вредных примесей. Ко мне тоже обращались жители моего ТОСа, поскольку они тоже часто сюда приходят, они очень хорошо отзываются об этом роднике. Единственная просьба была о благоустройстве, чтобы был удобный подход и благоустроен сам родник. Депутат Госдумы взял благоустройство природного источника в Ботаническом саду под личный контроль. К работам приступит весной, после паводка. Сейчас же вместе с жителями микрорайонов будут разрабатывать проект.